нашей команде пришла мысль сделать наборы. Наборы для того, чтобы была возможность вам купить эти изделия в какой-то логике, которую уже испробовали многие, и в том числе я, потому что очень многое, что происходило за все эти годы, начала я с подушки, потом постепенно купила там себе очки, потом постепенно купила себе повязку, потом там тапочки, шапочку. В общем, это не был ни месяц, ни день, как у вас. Вы сейчас стараетесь чуть ли не за один-второй месяц купить. И это я постепенно понимала, что нужно набирать эти наборы, нужны на всякий случай. И вот у меня квартира в Орле, моя бывшая, в Москве, где мы живем с мужем, и в Геленджике есть квартира. И вот во всех моих квартирах, где я нахожусь, везде есть полный набор этих изделий, потому что я честно вам говорю, что я не представляю жизни без этих изделий. И вы видите ролики часто то в одной, то второй, то в третьей квартире, и вы видите, что это действительно так. Потому что возить это все тяжело, невозможно. И когда приезжаешь, необходимость очень часто во многих предметах просто острая. Итак, вот первый набор. Назвали мы его набор для восстановления. Для восстановления в целом организма, потому что эти изделия, они, собственно, для этого и созданы. Они, вот то, что мы называем слово «лечит», «калечит» или «лечит», вот, этого слова я не произношу. Здесь происходит целостное, как бы, встряхивание организма, то есть его нужно заставить проснуться к жизни, к пониманию того, какая она. Для этого нужно засветиться, нужно завибрировать, нужно, чтобы все правильно, весь механизм нашего тела начал работать. Вот именно это делают эти изделия. Так вот, смотрите, что же для этого, я считаю, необходимо по минимуму, когда вы только начинаете этим пользоваться. Вот, например, есть эта маска, о которой я много вам рассказывала, в которой есть маленькая салфеточка. Эту салфетку можно прикладывать куда угодно, к любому месту абсолютно. Вот, привязывать и так далее. Но классически эта салфетка входит в комплект вот с этим чехлом. Вот. И этот чехол делает их очками. Еще здесь есть такая петелька, с помощью которой, если вы вставляете вот эта петелька, если вы вставляете сюда один из ремешков, то это превращается в напульсник. Вот, или превращается в налокотник, или превращается в наколенник и так далее. Но самое главное, что это, конечно, очки. Очки просто всем необходимы. В них необходимо спать, потому что темно глазам, вырабатывается мелатонин. Наш глаз потрясающе энергетичен, столько много энергии. Эта энергия, это излучение, оно отражается в очках, возвращается обратно, и ваш мозг всегда будет находиться в идеальном состоянии. А дальше уже на что хватит вам фантазии. С помощью этой повязки уходит вдовий горб, проходит щитовидная железа, уходят воспалительные процессы горла, восстановление голосовых связок идет и многого-многого другого. Дальше. Этот центр очень важный. Вы как бы голову закрыли. Дальше идет очень важная вещь, такая как напульсники. Два напульсника. Вот эти два напульсника вам очень нужны. Они одеваются тоже на руку, на ногу. Они одеваются на горло. Вот, например, видите, вот так я делаю, когда у меня болит горло. Вот, они соединяются друг с другом, не соединяются друг с другом, и они становятся, например, напульсником, повязкой на голову, ободком. Или, предположим, самый интересный вариант – это напульсник. Напульсник что? Он спасает вас от геопатогенных зон, он защищает вас за компьютером,
он защищает вас от телефона, вибрации. Мы проверяли это, действительно, геопатогенные зоны совершенно нейтрализуются от того, что вы находитесь в этом предмете. Если вы одеваете накрест эти предметы на руку левую и на ногу, на щиколотку, потому что здесь достаточная длина, чтобы любой толщины нога сюда вошла, то накрест одетые эти изделия помогают разгоняться лимфе, и она лучше выводит из организма шлаки. И таким образом кровь лучше циркулирует. Вы можете одевать в то же время, если у вас проблемы с ногами, вы одеваете оба ободка на ноги. Если у вас проблемы с этими суставами, оба одеваете на руки. И еще самое главное, здесь три точки находятся, которые регулируют ритм сердца, с которым очень у многих людей проблемы. Когда приходят ко мне на диагностику, я это вижу. Так вот, ритм сердца налаживается, если вы просто месяц ходите в таком напульснике. Вы забудете, что такое аритмия. Вот. Ну и дальше тоже опять, сколько хватит фантазии, вы можете сделать и поясок вот из этих напульсников. Вот, можете два колена повязать, можете на позвоночник прикрепить под майку, положить, и у вас будет длинная полоска на весь позвоночник. А микросферы восстанавливают позвоночник, вправляют, снимают воспалительный процесс, сама вправляется грыжа. Итак, вот напульсники входят в этот восстановительный набор. Дальше сюда входят вот эти тапочки-боты. Это самый удивительный набор, потому что тапочки-боты вы одеваете сюда ногу любого размера, застегиваете ее, вверху тоже застегиваете. Вот, и у вас получается вот такой тапочек, да? И в то же время вы можете, если у вас с рукой проблемы, на руку это одеть. И в то же время вы можете на обе ноги, как ботфорты, это одеть. И еще самый уникальный сделали вариант мои клиенты. Я была просто потрясена их фантазией. То есть они соединили эти предметы друг с другом. Сейчас где-то липучка должна быть. Здесь мягкая, здесь аккуратная. Вот. Соединили эти предметы друг с другом, и получилось. У них прекрасный воротник. Посмотрите, одеваем. Вот. А с этой зоной очень у многих людей проблемы. То есть получается, что у вас прекрасно получается воротник, вот, который закрывает спину, грудь, плечи, когда вы простыли. Если у вас проблемы с позвоночником, с плечевыми суставами, посмотрите, какая великолепная жилетка получается. Вот. И дальше тоже опять, сколько у вас хватит фантазии. Можно их использовать по форме, они напоминают трусики, выкройка трусиков, значит, вы можете их использовать в мочеполовую систему, то же самое делать из них трусики и так далее. Вот получается, что ноги ваши, колени, ваш живот, ваше горло, глаза, собственно, каждый энергетический центр ваш начинает работать, и открываются все каналы, и организм самовосстанавливается постепенно. А еще в восстановительный набор входит женская повязка. Я очень важно, я об этом забыла. Сзади она выглядит так. Под ягодицами резиночки и на талии резинка. А это спереди такой треугольник. Вы даже представить себе не можете, какой комфорт и сколько гармонии будет в вашей мочеполовой системе. Какие только чудеса не делает этот вроде бы простой треугольник. Вот. Все проблемы, связанные с болью, с воспалительными процессами, с многими другими вещами, которые у нас происходят с мочеполовой системой, полностью нормализуется. И это не миф, это реальность, с которой я встречаюсь каждый день. А это кракушка. Это такая мужская штучка. Вот то же самое под ягодицами вдоль талии. Ну, вот, но она выпуклая, потому что у нас пукло, а у мужчин выпукло. Вот. И то же самое мужчины. Вы даже представить себе не можете, какой будет у вас кровоток.
как у вас будет хорошо с вашей мочеполовой системой, и как у вас начнут проходить ваши хронические заболевания. Это все входит в восстановительный комплект.